В Мирном прошло заседание наблюдательного совета «Алроса». Помимо прочего, на нем рассмотрели основные стратегические направления деятельности компании на ближайшую перспективу. Министр финансов России Антон Силуанов выразил уверенность, что экономические показатели «Алроса» не ухудшатся. В свою очередь, руководитель Якутии Егор Борисов отметил, что компания сохранит финансовую устойчивость и выполнит взятые на себя социальные обязательства. В планах компании намечено развитие добычи не только внутри России, но и за пределами нашей страны. Поэтому в целом мы будем принимать меры по нивелированию этого случая, который произошел, с тем, чтобы результаты компании были не хуже, чем в предыдущие годы. Мы очень заинтересованы, чтобы сама компания работала устойчиво на рынке алмазного бизнеса. Все-таки компания лидировала и лидирует, и чтобы сохранила эту позицию. Позиция, которая сегодня есть в компании по отношению к Якутии, именно с учетом интересов Якутии, она учитывается и сохраняется.